Всем привет, с вами канал Рукомпас, рубрика Автомеханик. Так, проблема обрисовалась. Смотрим, не переключаемся. Итак, значит, наступили у нас холода. Решил я в зиму поменять омывающую жидкость. Купил вот такую, минус 30. Залил бачок омывателя. Решил проверить. Передние стекла моет, задние не моет. В чем проблема, как вы думаете? Задние не моет. Оказывается, смотрите, ребят, оказывается, вот здесь снял я панель, порог, и вот смотрите, видно вам, во, оп, шланг сорвало. Видимо, когда вода перемерзла, подал моторчик, чтобы омывал стекла, а в шланге был лед и выдавило. Сейчас состыкую здесь вот. А узнал как, включил, слышу, где-то вода шуршит, прислушался, оказывается, вот здесь. Так, сейчас будем стыковать. О, опа, видим, да, застегнул, все тут защелкнулись на клипсы. В общем, идем проверять. Как-то так, масочный режим. Еще что хотелось показать. Вот там снизу, вот тут снизу, ремнем кондиционера пластиковую защиту прошоркало. Видите, грязь с ремня брызжет, когда по лужам еду. И вот прям пятно вот это. Надо будет делать защиту. Ё-моё. Все грязно. Помоем. Защиту сделаем. Так, в общем, идем проверять. Видим. Передние моют. Сейчас форсунку одну почистим. Так. Почистить надо. Зимник. Колеса ставлю. Вот эту форсунку сейчас почистим. Походу засорилась. Плохо поливает. О, проверим. Так. О, видим. Видите, да, в зеркало вот. Вода все моет. Отлично. Починил. Все. Так. Включаем. Выключаем. В общем, вот так починил я задний омыватель стекла. Видели сами. На зиму залил вот такую омывающую жидкость. Попробуем, вроде запаха нет. Все, ребят, на этом ролик будем заканчивать. Если ролик был полезен, ставим лайки. Обязательно внизу под видео пишем ваши комментарии. Все, всем пока. До новых встреч на просторах интернета.